Шахматы – гимнастика для ума. Большинство людей полагает, что в шахматы могут играть лишь люди с высоким интеллектом. Отчасти это так и есть. Однако поспособствовать повышению своего интеллекта может каждый желающий. Достаточно только начать играть. Тем более, что в Ульяновске для этого созданы все условия. Наша главная задача – точно так же развивать все виды спорта, в том числе и шахматы. А шахматы – это большая возможность привлечь абсолютно все категории людей, даже людей с ограниченными возможностями. У настольной логической игры многомиллионная армия поклонников. Только в Ульяновске работают 42 шахматных клуба. Шахматные секции действуют на базе общеобразовательных школ. А на главной площади города, Соборной, оборудована площадка для ростовых шахмат, где собираются любители провести свой досуг за игрой. Кстати, вступить в секцию или кружок по шахматам может любой желающий. Ограничений по возрасту или здоровью нет. Именно поэтому на областных соревнованиях по шахматам, которые проходят в эти дни во Дворце творчества детей и молодежи, за одним столом можно увидеть как опытных игроков, так и совсем юных. Я занимаюсь шахматами 4 года, и я занимаюсь ими, потому что они мне нравятся, потому что они развивают память. Логическое мышление. Уже в эту субботу, 20 июля, во всем мире отметят Международный день шахмат. В этот день на базе клуба «Дебют» пройдет турнир среди ветеранов. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.